Я мертвая, да. А где вы здесь живете? Да нигде, вот под лавкой. В Екатеринбурге для 63-летней бомжовки Надежды Пивченко, считающейся мертвой уже 20 лет, живущей под прилавком на уличном мини-рынке и ставшей известной благодаря вмешательству в ее судьбу СМИ, нашли таки место под крышей. Пока это временный социальный пункт на Реактивной улице, но через 5 дней ее обещают отправить на ПМЖ в приют, где она сможет скоротать свою старость. Вот на настоящий момент она находится у нас, вот сейчас мы ее оформили в пункт социальной помощи. Но там она все 3 месяца находиться не сможет. Ну, будем решать вопрос, куда ее оформить, или в отделение временного проживания, или куда-либо еще. То есть будем решать вопрос с ней. Имя Надежды Пивченко, ну то есть, собственно, Надежда, стало известно публике на этой неделе, когда ее обнаружил на рыночке под прилавком в районе птицефабрики «Сердобольный» местный житель Сергей. И решил 63-летней бездомной женщине на морозе помочь. Обратился в СМИ. Бабуля дала трогательное интервью, и будьте любезны, спустя очень короткий промежуток времени ее определили в приют, где Надежда Афанасьевна живет одна в 4-местных апартаментах, кушает горячее и на досуге разгадывает кроссворды. Тысячи других бомжей в Екатеринбурге от зависти грызут локти и ногти друг другу в перерывах бормоча. «Ну почему не мы?» Нина, иди как шла. А это кто? Вот мы. Это кто? Другая, знаем. Это собутыльник такой же товарищ, как я. Пьянь голубая. Только ему помочь надо, он без документов. А вы с ним воняет? Выпиваете здесь, да? Я его давно знаю, лет 15. Здесь сюда приходите выпивать, да, друзья? Да, 2 раза пришла, больше не была. Мне ее жалко. Я уже давно бью тревогу, что эту бабушку надо куда-то пристроить. Но никто внимания не обращает. В прошлом году ее все лето тут их подростки избивали. Уже полиция все это знает. Директор клуба просит пристроить куда-то их. А куда вы обращались-то? Куда? Так мы в полицию. В полицию обращалась, к участковым. Они что? А ничего, никаких мер не принимают. Трогательная история Надежды Пивченко отправляет нас в прошлое тысячелетие, в далекий 1998 год, когда она жила в своей хате в деревне Кочнево под Камышловом. В то время злые люди у нее убили 19-летнюю дочь, и Надежда Афанасьевна, в то время еще молодая, годная, 43-летняя женщина, тронулась рассудком. И пешком по железной дороге ушла из деревни в Стольный Екатеринбург, где и стала бомжовкой. А у меня крыша съехала. Дочь, когда убили, меня съехала. И я исчезла в поле зрения. А хату в Кочнево у нее отмели вроде как черные риэлторы. И вообще, поскольку она в своем родном населенном пункте не появлялась много лет, ее там объявили умершей. А имевшиеся документы у нее в Екатеринбурге украли. Пансионат, который отправляли ее, уже бабушку эту, ее отправляли до этого в пансионат, отправляли ее, там плохо кормили ее, там заставляли делать тяжелые работы всякие, которыми она не справлялась. И там делали запрос с того пансионата на нее, и нам выдали справку, потому что она уже умерла 18 лет. 18 лет назад умерла? В 18 лет. Когда ей было 18 лет, она уже умерла. Вот. А без вести пропавшись? А без вести пропавшие, как сказали, с 15 лет. Как выяснилось, Надежда Афанасьевна не все 20 лет бомжевала по подвалам, притонам и теплотрассам. Несколько лет она по направлению отделения соцзащиты прожила в 2 известных приютах – в Лебяжьем поселке и в селе Позариха Каменского района. Но в какой-то момент ей показалось, что в Позарихинском приюте недостаточно вкусно и сытно кормят, и пару лет назад она снова ушла в Екатеринбург. А ведь в приюте для нее начали восстанавливать документы, чтобы по бумагам как бы умершую Надежду воскресить. Но она покинула заведение. С тех пор скиталась по Екатеринбургу, в основном по району птицефабрики. По ее словам, отлеживалась в основном на теплотрассах. По подвалам и подъездам не слонялась. Иногда за бухло и курево напрашивалась в алкопритоны, чтобы помыться и поспать в тепле. Здравствуйте! Бабу Надю знаете? Знаем. А вы ее на каких условиях принимаете? Как это, моя внучка? Что внучка? Как? Бабу Надю это принимаете на каких условиях? Она внучка моя. Баба Надя? Да. Но она же вас старше. А как? Она старше меня. А часто вы сюда приходите? Не, я больше не приду сюда. Почему? Не хочу. Кто-то скажет, так блин, не биография, а прям судьба человека? Спать зимой на рынке под прилавком. Но, друзья, поймайте на улицах Екатеринбурга с десяток бомжей, и они вам нарисуют такие биографии, что на 10 книжек хватит.
Это у сытых бюргеров жизнь более-менее однообразная, а у бомжей страсти кипят каждый божий день. Очень порадовало то, что определение бабули-бомжовки в приют пришлось на Великий пост, время великого покаяния и очищения души. Екатеринбуржцы массово и, что важно, бескорыстно проявили сердобольность в отношении одного конкретного пожилого человека, и это в зачет. Женщина уже в тепле, накормлена, напоена, скоро ее отправят в постоянный социальный приют. Потом ей, наверное, восстановят документы и ее официально признают живой. Хотя этот процесс очень небыстрый. Сейчас известно, что она никогда не имела документов России, то есть у нее не было паспорта России, у нее был паспорт только СССР, и никаких документов на руках у нее на настоящий момент нет. Так, и что это значит теперь? Какие сложности могут быть? Сложности могут быть по восстановлению документов, с установлением гражданства, но с установлением личности, потому что мы не знаем, что это она назвалась Надеждой Афанасьевной, но она ли это или нет, мы не знаем. То есть в первую очередь это установление личности, значит, гражданство, оформление и оформление всех документов. Сколько этот процесс может занять, вот, минимум, максимум? По-разному, но это длительный довольно-таки процесс, ну, от 3 месяцев и более. И останется у Надежды Пивченко последняя мечта – найти ее родного сына, 37-летнего Виктора Владимировича Зверева из Сухого Лога, с которым мать не виделась с 90-х годов. Виктор, сынок, если жив, отзовись. Виктор Зверев, пробейте, если можете. И на посошок последняя информация для всех бомжей и всех сочувствующих бомжам. То есть журналистам, волонтерам и просто добрым и отзывчивым людям, для которых чужая боль как своя. Если вы увидели в городе бомжа и не знаете, как ему помочь, сперва спросите, нужна ли ему помощь, и если нужна, то вот вам, будьте любезны, протокол поведения. Да любите друг друга. В случае, если такое случилось, если неравнодушные граждане встретили бездомного гражданина, которому необходима помощь, гражданам необходимо обратиться к нам в Центр социального обслуживания населения. Таких центров у нас 7 по городу. В каждом районе есть Центр социального обслуживания населения. В отделение срочного социального обслуживания и просигнализировать, сказать, что на такой-то территории, на такой-то улице, на таком-то остановочном комплексе находится мужчина, женщина или кто еще либо вместе с ними, что необходима помощь. И тогда мобильная бригада у нас выезжает и оказывает незамедлительную срочную помощь.